приглашаю только Павлика, потому что я делаю пиццу, которую любят черепашки. Меня нельзя. Павел, черепашка Низя, иди сюда. Я тебе пиццу готовлю, твою любимую. Садитесь, присаживайтесь. Мы сейчас на стол. А где у вас что? Стол. Поднимитесь, пожалуйста. Сейчас его ешьте, на здоровье. А ножик принесите. Где? Ножик где? Вот ножик. Давайте его сварить. Еще заберите вот это. Я вам порежу. А еще не забудьте, мы вашу пиццу подготовили и готовим, а вот эту пиццу мы отправляем. Ну и что, черепашка, вкусная пицца? Ты пиццу уже поел? Да. Вкусная была? Да. А, теперь решил звездочки поесть? Да. Черепашки Ниндзя едят звездочки, что ли? Да. Нет, не едят. Не, почему? Может быть, едят. Вот какие вкусные звездочки.